Всем привет! Сегодня я покажу, как устанавливать велокомпьютер типа вот такой вот ActionTop T4 с проводком. Мы достали все, что было у нас в коробке. Здесь находится сам велокомпьютер, крепление под него с вот таким вот датчиком и набор вот таких вот фиксирующих специальных хомутов. Также здесь есть магнит. Сейчас мы это все дело распакуем и установим на наш велосипед. И вы это все, естественно, увидите. Так что, друзья мои, вперед! Для начала установим наше крепление под, собственно говоря, наш велокомпьютер. Возьмем само крепление, вот такую вот резиновую подставку. Вставляем ее, собственно, под крепление, она здесь идеально садится. Дальше берем два хомута, вставляем хомуты. Я буду устанавливать крепление на вынос, поэтому я пользуюсь хомутами и вставляю их в специальные отверстия. Вот так вот устанавливается и закрепляется. Итак, мы установили наш, собственно говоря, плацдарм. Вставляем туда велокомпьютер. Вставляется очень просто. Вот так вот поворачиваем до щелчка. Есть. Дальше мы проводим наш провод вот таким вот хитрым образом по тормозной линии. Я это сделал по тросу, который идет от переднего тормоза, и сейчас, собственно говоря, закреплю вот этот вот датчик. Крепить я его буду на вилку тоже с помощью хомута. Беру хомут и креплю. Вот таким вот хитрым образом. Так, датчик зафиксирован с помощью хомута и резиновой проставки. Магнит установлен на спицу, на внешнюю, замечу. Все, в принципе, компьютер должен работать. Сейчас я запущу колесо. Вот мы видим, он считает километры. Сейчас мы покажем, как настроить, собственно говоря, сам велокомпьютер. Это очень важно, потому что у каждого велосипеда свой размер колес и размер покрышек. Итак, приступим. На этом велокомпьютере есть две волшебные кнопки. Одна называется AC, другая SET. Для того, чтобы включить режим настроек, нужно нажать на AC. Это делает сброс. Дальше мы пользуемся только кнопкой SET. Удобнее всего работать ручкой. Итак, начинаем устанавливать наше значение. Методично нажимаем кнопку SET. Получаем необходимое. Если зажать кнопку SET, то мы будем изменять параметры, которые нужно менять. У нас размер колес 26 на 1,95, поэтому 20,99 это наше значение.
Дальше идет время. Сейчас у нас 23 часа. И сколько это там минут? Нажимаем на кнопку Set и удерживаем ее в течение 3 секунд для того, чтобы перейти от одного параметра к другому. Часа 20 минут у нас сейчас. Так, мы настроили наше значение. Дальше осталось установить велокомпьютер на велосипед и начинать движение. Щелкиваем велокомпьютер. И все, велосипед готов к эксплуатации. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!